В день города на главной сцене праздника разыграли иномарку. Машина ждала своего обладателя 2 месяца. С того самого момента, когда Сбербанк вместе с партнерами дали старт акции. Вот он, главный приз акции. Машина у всех на виду. Празднично упакованная и кокетливо подмигивающая. Претендентов на машину немало. 5117 человек. Именно столько решили оплатить интернет через Сбербанк и стать участниками розыгрыша. Именно столько купонов и заявлено в лотерее. Я желаю вам всем удачи. Тиражная комиссия в сборе, она следит за ходом розыгрыша. Лототрон наготове, его крутят выбежавшие на сцену дети. Организаторы то и дело оттягивают долгожданный момент, еще больше раззадоривая собравшихся. Прежде проводят розыгрыши других призов в сочетании с концертными номерами. Ну вот, ждем. Что ж нам выпадет? Потому что повезет там, не повезет. Зачем вторая? Ну, это иномарка. Напряжение нарастает, когда ведущая дает старт авторозыгрышу. Обязательное условие лотереи – достающие шары закрывает глаза. С легкой руки помощницы номер купона победителя складывается с первой попытки. Ваш купон номер 1729. 1729. Матвеева Олеся Родионовна. Вдруг вы здесь, на Красной площади. Пожалуйста, бегите к нам со всех ног. Однако победителя, точнее победительницы, на Красной площади не оказалось. Ее дружно кинулись искать по телефону. Вот. Сейчас ведущая говорит о том, что сегодня у нас будет возможность одному из самых активных пользователей, которому повезло больше всех, получить ключи от этой машины. Самое главное в том, что мы делаем все, чтобы для наших клиентов было удобно. Вы видите наши переформатированные дополнительные офисы, которые становятся краше, в которых удобно обслуживаться. Вы видели наши остановочные павильоны. К дню города мы сделали подарок, и у нас на сегодняшний день их 5, еще 2 ждут запуска своего. Через полчаса Олеся Матвеева вместе с семьей была уже на месте и делилась впечатлениями. В то, что стала победителем акции, поверила не сразу, а к телефонному разговору отнеслась как к розыгрышу. Все сейчас построено, это он сделал своими безумно руками. Счастлива. Еще раз не ожидала. Первый раз в жизни я что-то выиграла в этой жизни. Поэтому пока еще трясет, пока не верю. Праздником. Автовождению с супругом еще предстоит научиться, чем и собираются заняться в ближайшее время. Ну а с Красной площади авто пришлось увозить с чужой помощью.